Игнат Тихонович, вопрос такой. Вот мы с нашим диаконом, с Евгением Инчуком ехали, он меня отвозил в Барнаул на операцию. И разговор зашел о письме нашего епископа Илариона, что он нам просит или приказывает, или я не знаю как, я не читал этого письма, советует, упрашивает какой-то перейти под епископа Барнаульского Алтайского Сергия. И в случае неподчинения нашей общине грозит какие-то там, не знаю, что там грозит. В общем, у него беспокойство, что мы сейчас находимся, мы никто, юрисдикция никто. Если мы русская православная церковь, то она только, говорит, только московский патриархат. Зарубежной уже в России нету. Это его слова. И нам нужно подчиниться и принять свои епископы Сергия. Вот на сегодняшний день наш статус, кто мы, РПЦ, РПЦ-МП, РПЦЗ или просто крестовоззренческая община без епископов, потому что Иларион, по словам Евгения, от нас отказался, а потом мы не пошли. У нас нет епископа, мы не подчинились тому епископу Илариону зарубежному, который нас благословляет пойти под подчинение епископа Сергия. Вот у нас сейчас кто епископ? Иларион, либо у нас епископ Сергий, либо оба, либо никого. Кто мы вот на сегодняшний день, на 21 сентября 2015 года? Понятно. Видите, когда вопрос задается, нужно 4 вопроса поставить всегда. Кто сказал? Когда сказал? Кому сказал? С какой целью? Кто это сказал? Кто это сказал? Тот, что сейчас говорил. Кто сказал? Евгений Инчук. Так, он кто? Какой статус его? Давай рассмотрим. Но... кто это сказал? Диакон, мы за него молимся, как за диакона, но он находится, вот у него невольное убийство, и он, сана с него лишили за это, я даже не знаю, или нет. Не знаю. Кто, я спрашиваю, раз ты задал вопрос, я должен спросить, а кто это, кто? Кто? Вот и... Ну, я расскажу только по внешнему поведению. У него произошла трагедия, страшная, неописуемая трагедия. И никакому врагу, самому лютому, не пожелаешь этого. Это я говорю перед Богом. Очень и очень редко за тысячелетия такая трагедия бывает. Обычно беда какая случается, отец Аким знает, бывает там сын повесился у кого-то пьяный. Тогда она прямо храму не отлипает бабка. Здесь все наоборот. После этой трагедии он полностью отошел. Он когда... Если не знаешь, я тебя буду спрашивать. В Потеряевку поступаю, когда люди дают заявление, пишут, и общим собранием решают, без права голоса в течение года, все данные, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тебе это известно? И дальше. Цель какая? Потеряевка. Восстановление Потеряевки на старинных, благочестивых, православных русских обычаях. Вот давайте им посмотрим. То есть для этого у нас есть устав, как себя вести, как одеваться. Вот, соблюдает он его или нет. Кто бы к нему приехал, все без пояса. Это единственная семья, которая решительно разрушает устав с первого дня. Кто он такой? Не созидатель Потеряевки, а разрушитель устава ее. И в храм он не войдет без пояса, поэтому он наденет. Кто к нему уходит, все. И дома он сразу, в город он с поясом не поедет. Ему это чуждо. Выключи, потом поговоришь. Угу. Дальше. Кто он по статусу? Я тебя спрашиваю, ты не знаешь. А я зачем буду говорить тебе? Ты вопрос задал мне, я проясняю. Но он не причащается минимум 5 лет. Не причащается, не исповедуется. У нас уставы написано, что в течение года ни разу не был на исповеди, вот как Андрей Галович, он должен выходить соглашенными. Он снова нарушает устав. Уже церковный устав. Дальше.
Он не ходит на службы, когда бывает здесь митрополит епископ Сергий. Не ходит. Вот сейчас был он, его опять не было. Сидел дома, ни коров не пас. Почему не был? Ни батюшка, никто не ответит. К кому он относится, он сам пусть решит. Я скажу, к кому мы относимся, а к кому он должен сказать. То есть, если он бы уважал епископа, митрополита, проехавшего 150 километров в непогоду, и который радуется и прощается, и уже из машины еще раз меня обнимает, целует, и при встрече обнимает и целует, и протягивает руку, и заходи ко мне. Понятно, кто он для меня? Он роднее родного. Кто он для него, когда он даже навстречу не идет? Ни на службе, ни на обеде, нет, ни вечером. Ни одно почти, может быть, раз среди 30 богослужений, субботних нету. Я отучил сына, и сын не ходит, оставшийся в живых. Кто он? Кто? Если у него стоит цель приезда Потеряевку, созидания, восстановления Потеряевки на тех обычаях, зачем он их разрушает? Всегда разрушает. Они ему противны. И люди, которые приезжают к нему, не друзья наши. Самые отверженные, самые поганые, разрушители, еретики, блудники, заезжают к нему. И он с ними ездит на пляж, говорит, раздетые жены, ты знаешь, видел, шашлыки и прочее. Ну, его грехи, ладно, я... Так ты понял? Я понял. От кого этот вопрос? Зачем ему этот вопрос? Для разрушения. Почему он здесь тогда находится? Потому что жена не уезжает. Здесь могила нашего сына, она ответила, никуда я не поеду. И дочка ее ходит только из-за матери в субботу. Каждый год у нас идет освящение лагеря. Когда он был на освящении лагеря? Я по порядку задаю. Мы объявляем, у нас из миссии вернулись люди, выступают, Марьянцев пошел. Был он, нет, ни на одном занятии. Из-за чего? Из-за Игнатия? Я зимой не бываю. Я 4 месяца, а 8 месяцев меня нет, и он ни разу не приходит на занятия. Почему? Собрания какие он не идет. Кто он? То есть считать его даже с натяжкой Потеряевским нельзя. Считать его другом, ну, сам решил. Где бы какой злой голос ни раздавался, он на той стороне будет стоять. Мне понятно, тебе понятно или нет, откуда? А раз такой вопрос, кто задал, уже показывает, это не друг, по крайней мере, минимальное название, не друг. А он таким не был. Он приезжал, у Павла строили, он мне кирпичи здесь поднимали, прочее в руки. Я ложил стены, а он мне подавал с братом Сашей. У него виновны все, но не он. Даже в гибели сына он винит других. Один был, никого кроме него не было. Я же не называю вслух все, что случилось. Никого не было здесь, только он один. И он винит кого? А то, что приехали в Потеряевку. Ну, приехал ты добровольно, нет. Был бы в городе, этого не случилось. Да. Кто ж так рассуждает? Да в городе разве не гибнут? Если взять процентом отношения, многие гибнут. Но как бы не твоя дурость, он бы не погиб. И он это осознает. Милиция расследует, милиция бы нашла виновных кого-то, но никого не было. Смерть его видел только он один. Кто это сказал? Когда сказал? Когда сказал? Когда вот столько лет он ни на причастии, ни на исповеди, ни в друзьях, нигде, с врагами, с лютыми разрушителями семейных уставов, с блудниками, со всеми знается. Зачем? Кто? Кому он сказал? Тебе. Надеюсь, что ты слабенький, ты уйдешь из общины. Другой цели у него нету. Одна единственная цель. Как они ликуют, радуются. Разводится сейчас, Игорь развелся, она семерых детей увела у него Галя. Он молчун. Но с ней он веселый, радостный. Приезжает Игорь, мне Глушков рассказывает. Это почему? Гежень это будет слушать. Пусть объяснит мне. Я к нему ходил на поле. Там, где он далеко пасет, на клеверном поле, пришел туда. И беседовал с ним. У него в голове не каша. Там одна гниль. У него ничего, ничего нет уже от божественного, что было. Поэтому с Мишей они в вине находят утешение. Кто сказал? Где утешение находят? Я тебе сказал, кому сказал? Тебя, видя тебя слабеньким. Слабенький, тебе можно сказать, что ты епископа нет, ты не спасешься, то есть он куда бьет. А доказывать не надо епископа. Кому мы относимся? Я сошлюсь на слова уважаемого мной митрополита Сергия, иерарха Алтайской Барнаульской епархии. На богослужении, вот сколько, неделю назад, он здесь произносил. Святейшего патриарха Кирилла. И первая иерарха русской православной зарубежной церкви. Где-нибудь он произносит, нет, здесь. Кого он называет? Тот, кто у нас является иерархом. Он нас не приписывает себе. А дальше он находится здесь. Мне не надо ссылаться на кого-то. Я ссылаюсь на слова митрополита.
А я думаю, он уже не раз беседовал с патриархом. Решили оставить так. Вот ответ. А Иларион такое написал. На Ирионе пахали. Иларионе я сказал, какой он, Иларион. Это человек величайшей доброты. Его обманывают на каждом шагу. Я был в Синоде и был. И говорит, невозможно, хоть прячь все от него. Кто бы ни пришел, русские там где-то убить могут. Все с раскрытыми объятиями целует, отдает. Да нет ничего, владыка, нам есть нечего. Да ладно, они из многострадальной России где-то. Это человек, у которого нет, слова нет. Мне так его характеризовали. Я с ним пил, ел за одним столом. Молился с одним столом, ездил на благовестие за одним столом. Я там еще какие говорил выступления-то в Америке. Заранее объявления были. Будущее русской эмиграции во свете Святой Библии. Это чего-то стоит? Там на китайский язык переводили, кого не было. В Вашингтоне меня вводили в «Голос Америки», я там выступил. А они не знают, кто мы. К патриархии наша община не относилась ни одного дня, ни одной минуты. Она образована под лоном, под амофором митрополита Виталия. У нас на это грамоты есть, фотографии есть, подаренные книги им написаны у меня. Я их в интернете все выставил. Дальше идет лавр. Лавр мне самый большой ковер подарил. Монахи. Правда, ничего не дошло, все разворовали дорогой. Огромный контейнер, 12 метров. И ничего не дошло. Только книги, которые дал мне Виталий, и иконы. Все разворовали. И только один написал. Я ем сейчас продукт, а написано Потеряевку, Лапкину, чтобы никто не трогал. Вы меня простите. Тут милиция все разграбила. Мы остатки доедаем тут. Милиция официально. Это попутно. А то, чтобы мы, ничем не погрешив против зарубежной церкви, ничем, нигде, ни разу, повторяю, нигде, ничем, ни разу. Самое доброе отношение у батюшки с ним. Он с ним не раз встречался. В Австралии, там где еще были, в Америке, на всех совещаниях, на Яке, там, в Сакраменто. Отец Аким там был. И мы говорили, что мы против какого бы то ни было сближения, объединения, но мы подчинимся любому решению. Что мы неправильно сказали? У нас свое мнение. Это решение общины. И мы говорим, давайте молиться, чтобы нам не забунтовать, когда будет не наше желание, когда пойдут на объединение, чтобы нам не выродиться все, кто не остаться без епископа. Ты слышал это от меня? Да. Я неоднократно говорил, ну вы сами говорите секту. Я живу открыто, во свете Библии. Меня легко ловить. 38 книг, где я ничего не скрыл. 3500 роликов. Меня легко брать, говорится, за жабры. Но вы не возьмете, ничего там нету. Разбор делал не одна епархия, по книгам прочим, что? Кажется, ошмыгнулись, как отец говорил. Ничего нету. А сейчас за книгами уже буквально гоняются. Новые священники там звонят. Это ваша книга, а как все книги выписать? Это тайна, все тайна. Несмотря на общее настроение, где священники есть, люто ненавидят меня, даже не видевшие в Краснодарском крае. Нигде они меня не видели. До Украины, до Хабаровского края, везде. И везде они против. Почему? Потому что мои книги написаны в пророческом духе. Они показывают, что должна быть любовь ко Христу и к Библии Святой. Конкретно, четко и ясно. И вот он говорит, мы никому не относимся. Я сослался на митрополита. Достаточно этого. Бумаг не надо. А бумага была бумага. Бумага это рекомендация. Только всего рекомендация. В мировой истории за 2000 лет такого не было, чтобы епископ, кому принадлежали общины, и он бы от них отрекся и сказал, знать вас не хочу, уходить. И не было случая. Они создали бы прецедент абсолютного невежества и ненависти. А ваше отношение есть никак. Сейчас батюшка наш, когда уехал Сергий, митрополит, и он позвонил ему уже в пути, они уже в Барнаул едут. Владыка, простите, я забыл, говорит, сказать. На следующий год, в первое воскресенье, после 14 мая, мы отмечаем День деревни, начало восстановления. И мы хотели бы отметить его... отблагодарить тех, кто нам больше помогал. Помогали нам наши братья. Тогда был он епископ, секретарь Синода РПЦЗ Иларион, теперь первый иерар. И Марк, который инициатор был этого канонического акта, Марк Арнт, фамилия его. Вы, владыка, не против? Да что ты, батюшка, там ну, двумя руками голосую за. Конечно, он знает, что мы его обязательно пригласим. Почему он не сказал, какое отношение Ларион к вам имеет? Когда он его поминает здесь, а при нем он его поминать не будет? А почему? Да потому что мы к нему относимся. Я спрошу, а если такие общины, допустим, их 250 общин Барнульской епархии, допустим, и где-то поминают Илариона, нет, только у нас. И поминает их диакон, и он сам. Что тут? Зачем я буду
наизнанку выворачивается, это мне не надо. Это общепризнано, мы никогда Московской патриархии не принадлежали. И почему мы сразу сказали, а они сразу нас разрушат. Вот мы беседовали, тогда был Максим Дмитриев, Липецкий, Елецк. Теперь он там, наш епархий. Ну, Максим говорит, вы что, неужели своему епископу не верите? Да он же гарант слов. Я говорю, какой гарант? Он больной при смерти. Да и вы не вечны здесь, обоих убрали. Вот и гарант. Они тогда нас как затягивали? Ты был? С нами ходил в епархию тогда, нет? Да. Ну вот, что тебе рассказывать-то? Я сказал, съемки они официально разрешены, договорились, отменили, я встал и ушел. Да. А Максим спросил тогда Евтихия, да что, Игнатий не придет? Он говорит, никогда. Никогда на Игнатий не пойдет. Договорились. Утром секретарь сказал, съемки делать, я приглашаю людей. Они, а мы решили, в одностороннем порядке не решается. Пакт Риббентроп-Молотов нарушен вероломным нападением. Это вы сделали со мной. В малом масштабе, конечно. Вот я тебе отвечаю на этот вопрос. А почему он говорит, желая разрушить, чтобы не было Потеряевки? И тогда этот след его затеряется. Вот как. Я здесь сказал, что думаю восстановить этот пруд. Он никогда не выступает, его нет, тут остался. Я попросил, останьтесь, когда вышли на улицу и за пределы храмовой территории. А почему собрания общего нет? Это именно он. Один. Я говорю, о чем собрание? Ну, вот делать. В прошлый раз, когда тот пруд-то делали, собрание было, решали. Я говорю, собрание было, которое решало, кто что даст. Один корову, другой теленка, третий поросенка. Баранов батюшка отдает сколько? Тракториста. И чтобы помогли, мешать бетон надо было, лопатами было, все везли, материал, доски, что. Я что-то прошу, денег нет, на работу я вас, нет у вас, а о чем собрание будет? А зачем? Собрание попытаться еще кого-то найти и запретить, а может он запретить пруд восстанавливать? Да нет, это запрет восстановлению Потеряевки. Потеряевка это не табличка около дороги, это восстановление деревни с жителями на других основах. И со всей инфраструктурой мы расчистили этот подземный тоннель. Он его чистить не будет. Ты там был, чистил? Где вода пойдет-то? Чистил. Вот. Большую работу проделал. Там Никита сидел, долбил киркой. Покажи себя, что ты еще не в монастыре. Там, в Богородице Алексеевском, в Томске. Еще тебя не перетащил злословием своим Дудин Сергей. Он попал теперь ко мне. Я его в каждом ролике буду поминать. Пока не принесет покаяние за сатанинскую ложь. Вот тебе ответ. С какой целью это делается? А что? А комары? Комары везде бывают. Комары это личинки для рыбы. Он, я говорю, сейчас болото, сейчас как раз и комары. А когда это будет настоящее озеро, комаров там не будет. Там будет рыба разная плавать. Личинки уничтожаются, тины нету. Тут прилетали цапли, сколько было, журавли, птицы, соловьи пели. Сейчас ничего нету. Я делаю совершенно невыполнимое дело. Громадные деньги, которых у меня вообще нету. И все не знают, как я рассчитываюсь. Он вчера мне ответил. Я поднимаюсь оттуда и гляжу, около Игоря стоит. Я к нему свернул и говорю, Женя, можно вопрос задать? А он стоит, он обычно ни слова охотлив. Скажи, вот глядя на нас, как мы там во время дождя, там моросит, и мы четверо колотим, таскаем землю, и ты знаешь, что нам за это никто не платит, а мы за это платим. Какие у тебя мысли? О чем ты думаешь? Он не сказал, я знаю, о чем он думает. Я бы выразил словами, но он отрекаться будет, но это именно так. Мне это открыто. Он, ни о чем не думаю. Да не может быть. Четыре человека бьются не первый месяц, колотятся из сил, выбиваются, с сумерками приходят домой. И ты, проходя мимо, ничего не делал, хотя бы плюнул, провалите свои окаянные, вам нельзя противостоять. Вы все равно все препятствия сломите. Вы дорогу уже восстановили, считай. Вы песок подсчитываете сколько, все засядут, сейчас будут считать, сколько КАМАЗов. Он говорит, а что толку с этого песка? Я говорю, а сверху-то будет крупный щебень. Он сразу замолк. А сверху мелкий щебень. Это будет дорога. Дорога мира. Прямая. Дорога именем Марии Лапкиной. Именем вашим не называются деревни. Это деревня. Улица. Именем моей матери, мать-героиня. Родившая, воспитавшая десятерых детей. Десятерых. Пять сыновей, пять дочерей. Жена инвалида Отечественной войны. Героя войны. Сейчас наконец нашли данные, где отец потерял руку. Смоленск, Дорогобуш, там все написано. Марк нашел. Какая часть, какой командир, все написано где-то. Это мой отец, тятя. А ему это не надо. А его отец кто был? Глухонемой пьянь. И в пьяном виде захлестали, его убили.
Ну, у нас разное произношение. Слов разное. И мое отношение. У меня не было ни одной молитвы утренней, чтобы я не произносил его имя в числе дьяконов. По сегодняшний день. Что непонятно? Он меня произносит или нет? Весьма сомневаюсь. Если только в списке врагов. Потому что все это показывает. Зачем собирать людей? Зачем собрание? Его не было и не будет. Зачем? Мы сами делали. Добровольцы пришли и говорим, вас пруд, ваш пруд пропал. 20 лет не с места. Мы начинаем делать его. Я уже сколько туда ухайдакал. Вот сейчас я думал, сколько-то будет. А сейчас уже считаю, уже к 100 тысячам только песок подходить будет. Один песок. Не менее 150 тысяч придется за щебень вложить. Ну понятно, что не мои деньги, но Бог. Бог, два пальца покажу. И эти люди, которые здесь, которые помогают, это люди, которые пришли к крещению в нашем пруду. Люди, которые через интернет нашли на себя, кто найдет? Ты никому не нужен. Совершенно, ты умри, тебя нету. Ну, только шашлычник твой, сосед, забудет и все через неделю. Поминай патриарха. И мы поминаем, я каждый день молюсь за патриарха Кирилла. Но в храме его только когда они служат. Вот тебе ответ. Опровергай. Кто сказал? Тебе понятно? Ответил. Кому сказал? То есть он в тебе нащупал звено, куда можно ткнуть и повалить тебя. С какой целью? Отвергнуть. Когда сказал? Когда ты нуждался, был болен, тебе не до этого было. Когда сказал? Когда ты нуждался в его помощи, зависимо от него сидишь в машине, тут все подсчитано. И теперь ты хочешь, не хочешь, будешь хлебать эту блевотину. Но я на все четыре вопроса тебе ответил. Опровергни их, пока не сошли с этого пьедестала. Юридически мы сейчас как называемся? Как? Юридически. Юридически я тебе сослался на патриарха. РПЦЗ, как была, так и есть. Дальше солгал. А в России никого больше нет. Это обман. 13 юрисдикций зарубежной церкви. 13. В России, да? В России только. А для него нет. Почему? А его нигде нету. Стоит ему вопрос, знаешь, почему ты не ходишь в церковь в субботу? Почему ты, мать, церковь раздеваешь? Не ходящий в церковь, а церковь одевается людьми, Златоуст говорит, он делает ее ногой, даже не прикрывший наготу, хам, проклят Богом, а ты раздеваешь ее. Так мало людей, два человека, это уже заметно. Даже приехал архиерей, ну ты, допустим, не признаешь зарубежную церковь, ну эту признаешь московскую патриархию ты, или обоих вместе признаешь, но тебя нету. Я вышел, почему Жени нет? Обед батюшке не нравится, можешь не оставаться, но на богослужение-то тебе, на литургии не было. А я причащался. Какое мое отношение? Я причастник. А он не причащается. Если больше года, должен быть на отлучение. Это наше нарушение батюшкина. Он не причащается, не исповедуется. Он за пределами должен быть церкви оглашенной, изведите. Все непонятно? Весь ответ. И куда бы еще ни сказал всегда, я посмотрю. На благовестие машина. Я посмотрю, и все смотрит, и смотрит, и ничего нет. Я посмотрю. Это мне вспоминается почти анекдот. Собрались молодожены, женщины, они обычно говорливые. Ну, англичанка, не, немка и говорит. Я ему сразу сказала, готовить не буду, подметать не буду. Как хочет, так и мы нора равные, жена равна мужу. А что? Ушел, говорит, три дня нету. Гляжу, не вижу. Наконец явился, какую-то машину там изобретенную нашел. И она все сейчас убирает. А француженка, я сразу сказала, не убирать, не рожать, ничего не буду делать-то. И что? Ушел, говорит, день гляжу, нету, два гляжу, нету. На третий явился, говорит, нанял, говорит, служанку, сейчас все убирает. У него две жены теперь. А русская, я тоже так же сказала, убирать не буду. И вот, день гляжу, два гляжу. На третий день левым глазом кое-как рассмотрела его. Он ее за косы об стенку. Тварь такая, зачем замуж выходила? Он начал таких пикселей отвешивать, что она не знала, где мама, где папа. И что, ползает и все убирает каждый день. А ты сейчас как дам пинка, вылетишь до соседа. И все. И будешь там тогда в наклонном виде стирать доски. Как Юрий Бондарев пишет. Понятно? Так и здесь. Они нанимают, они думают, поступают по-разному, мы одинаково. Наша позиция не изменилась ни к московской патриархии, а мы им говорим, если мы будем у вас, вы сразу уничтожите Потеряевку, лагерь, война книгам объявлена, а сейчас они ничего не могут сделать. Наша позиция таковая.
Одно то, что я 53 года проповедник, ты это знаешь? Ты мои проповеди слышал? Печатал? Печатал. Твоими руками сидел ты, набирал. И скажу тебе, за 53 года я ни одного не направил в баптисты. Я направил только в Московскую патриархию всех. И там священники, которые через меня пришли. Что непонятно мое отношение к патриархии в момент, когда мы были под епископом Евтихием. Нашим епископом РПЦЗ Курочкиным. Город Ишим. Ишимско-Сибирский. Мы признавали тогда Московскую патриархию, но тогда не разрешали вместе молиться. Этого нельзя было пригласить архиерея. Нам запрещали, а не мы. Мы тогда уже предлагали им это. Тогда, когда был Антоний. Вот тогда мы предлагали им это. Ну давайте проиграем. Если все-таки возникнет такой вот приказ, чтобы влиться в Московскую патриархию. Не будет приказа, не надо думать даже. А давай предположим, что завтра в компартию запишется патриарх и запишется Илларион. Вы будете слушать? Так я могу нагородить, говорится, 7 верст до небес и все лесом. Даже воображать этого не надо. Это незаконно, даже если будет. Никак не может у нами. Для чего тогда не спрашивали? Для чего рассылали? Дайте свой отзыв. Мы отзыв дали, мы держимся точной линии, которая была принята ими. Утверждена ими была. И в одностороннем порядке они не имеют права нас трогать. Мы их никак не обидели, на каждом богослужении Илларион напоминаем. Приехал Илларион этот, они скажут, а завтра не будет поминать Сергий. Но это уже тоже изменение будет в политике. И они решили, я думаю, нас держат. Почему? Показать, что хотя те и влились, им сказать, да кто вас тянул? Вот образец, скажет, община отца Якима. Ни одна не влилась. Что вы на нас говорите? Патриархия нам голову скрутила, заставили нас войти в патриархию. Вот образец. Они очень умные советники. Я думаю, патриархи Кирилл умники, умные советники. И они говорят, давайте это оставим. Это знаете, какие атаки будут отбивать? А на них со всех сторон набивает. Вы говорили только признание акта канонического общения. А потом давай душить, загонять. Позвольте, загонять. А почему мы выборочно загоняем? Как выборочно? Вы всех загнали? Не всех. Барнаул и Потеряевка. И вот, пожалуйста, ездит наш митрополит и служит, и поминает первого иерарха. Зачем вы лжете на патриархию? Никого патриарх Кирилл не затягивает. Я думаю, это вот такой у них был разговор. Вполне вероятно. Вполне вероятно. И что я же говорю предположительно, я тебе рисую картину, как у них шел разговор. Когда я нарисовал этому своему Войтовичу вот так, что вот в Славгороде откроем, только отлучите Игнатия. Он вот такие глаза на меня. А откуда вы это знаете? Я говорю... Бог открывает, а он сразу, ну я же не дал согласия. Я говорю, я это знаю, вы не дали согласия. Он не поймет, разговор шел между ним уполномоченным. Как Игнатий знает? Как Игнатий знает? Игнатий поставил везде микрофоны, прослушивающего краевой администрации в КГБ. Меня вызвали в КГБ. Я пришел не один с мамой. С собой взял большую сумку, в которой я ношу большой магнитофон. Вот они меня заводят, мама останется здесь, а меня повели в кабинет. Так, Игнатий Тихонович, сумку отдайте матери там. Зачем? Она при мне всегда, я ее не отдам, она у меня. Ну, мы просим вас. Я сказал, не надо просить. Ну, у вас же там магнитофон. Я говорю, да, я знаю, что у меня здесь есть. И он не ведет. Ну, у вас-то под столом понатыкано, жучков-то сколько здесь? А кто допрашивает? Беденко Александр Семенович. Александр Семенович, майор. После того, как меня осудили, я вернулся, ему дали генерал-майора. В личной охране Путина Бориса Николаевича был. Они на мне вот такие звезды получили. Вот. Тогда откройте сумку, покажите. Я открываю, а там решение 22-го съезда партии. И подписано, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так мы уже при коммунизме? Или 2 года осталось? Понимаете, нет? А этот-то 62-й, теперь 82-й. Год-то. Мы уже в коммунизме. Ну, вы шутник, сумку забыл, тогда давай беседовать. У меня на каждого есть своя заготовка. Я пошел, сразу решил положить книгу, не буду давать. И он, по моему сценарию, все так и прошло. Почему? Потому что я люблю опережать события. Есть такой фильм «Профессионал». Когда его послали в южную страну убить президента, а политика изменилась, они сами его сдали. И он вернулся сюда, и теперь войну объявил всем. И своему отделу, и все равно я убью президента. Теперь другие отношения, убьет. И вызвали его учителя на коляске. И он говорит, вам его не взять. Он опережает на несколько шагов. Что вы сейчас думаете, говорить он уже знает.
Мне этот фильм нравится. Да, он неверующий, да. Но я из него высасываю самые главные соки. События нужно пережать. Вот отец Аким, он этого не делает. Он идет по уголькам. Сгорело угли, он по ним шагает, благостно дымит угольками. Угольки еще возьмет. Походить ими, может быть. Он события не опережает. Я когда говорю, он против. Но пройдет совсем маленькое время, он ко мне приезжает, и помолимся, и все. Он отходчивый очень. Но он не активный. Правильно говорят, его нигде не видно. Не видно нигде. Вы забыли где. В Диве его посмотрите. У мощей. Там его ищите. Ему нравятся мертвые, мне живые. Это те, которые могут мертвые ожить, сделать живыми. Он через меня пришел. Пришел в церковь, стал священником. Через меня. Так что, а теперь он у меня духовный отец, я у него исповедуюсь. Моя исповедь больше 5 минут никогда не бывает. Ведение, не ведение, у меня помышлений слезы. А что я буду говорить, если воровать не воровал, не блудил, но я не оправдываюсь этим. Гневающийся на брата, я человек-убийца, да, я гневался, да. И назвал мне тем словом, прости, Господи, помилуй. А дальше еще мне не поможет никак, я теперь уже обтащиваю на это, вижу, надо было или не надо. Вот сегодня дождь, но дождь перестал. А у нас работа на плотине, я ее отменяю. И говорю, пойдемте здесь земля, где молимся. Пришли, быстренько все сделали, вернулись, сидим дома. А после обеда посмотрим, какая погода и так. Тогда пойдем уже подветрить маленько. Везде благоразумие. Ответом доволен? Вполне. Все. Так, у вас вопрос есть по этому делу? К кому мы относимся? Нет. Ты не Силина Галина. У нас была такая, ей там... В Америке один баптист, Виктор, другие напели, а вы никто, не спасись. Она затеяла каждый день причащаться. Мозги совсем сбекренили бабенки. И все. Она каждый день будет причащаться. И что? Сделалась-ка совершенно ненормальная. И все. Дальше-то ничего он дать ей не может. А он о ней заботится, как говорят, нафиг ты ему нужна. Вы знаете, что нафиг люди посылают-то? Фиговый листок, который прикрывал что-то. Фиговая это смоковница. Это я их слова переношу. А они бесчувственные, жестокосердные. Им лишь бы совратить. У нас тут была одна из старообрядцев. Вышла замуж, все хорошо, член общины. Осеменилась, дети рождаются. Но вот предстал момент уйти. И она с таким гневом уходит, аж побелела вся. А эта, которая отступила, Галя, говорит, да правильно она сделала. То есть ей разницы нет кто. Лишь бы повредить общине. Она ушла одна, двое пришли. Мы никого не тянем. Председатель, или как назвать его, секретарь журналиста Алтайского края, Тепляков Сергей Александрович, пишет. В общину Лапкина попасть нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Зачем Антислава написал? У нас идет проверка. Срок оглашения от 3 до 5 лет выполняется. Вот. До этого подготовительное было 450-500 часов академических в университете. И тогда еще 10 человек комиссия решает, допустить, не допустить. Ну пусть найдут одну общину, одну. А одну за 2000 лет. Вы понимаете, я замах какой делаю? Чтобы такие были требования и так. Еще половина уйдет. А почему? Мало спасаемых, из-за количества мы не гонимся. Бог определяет. Но которые ушли, они уже знают столько, что им уйти, совсем уйти, какие они были, очень трудно. А почему с этими людьми случилось? Я объясняю. Вот это, о ком ты говоришь, диакон? Когда ему сказали, ну ты где это все получил? Ты мне обязан всем, что у тебя есть. Ты любишь детей. Откуда дети от жены? А жену где взял? В общине. А община что? Мать, баптистка бывшая, через меня пришла в православие. Алевтина Пантелеевна Петеримова. Маева фамилия. А это ее дочка Людмила. Что непонятно-то? Не было бы его на занятиях, ты бы не познакомился. Не было Людмилы, не было любимых детей, не было красавицы, девочки. Не было бы. Не было. Он даже этого не понимает. Он мне по гроб должен быть благодарен. Ты жену нашел в моем доме. Жена, которая такой не была, над которой я трудился с рождения. Они неблагодарные, как говорится, свиньи. Совершенно. Вот он уверовал здесь, ходил. А я и до вас это знал. Вот это трагедия где? То есть он ходил, не знал. Сидел на занятиях в университете, записывал. А теперь, когда против меня пошел, связался с этим, с разбойником-то. Рядом жил, который ушел сначала куда-то, потом ушел к баптистам, а теперь неизвестно куда. И теперь ездит людей, причащает. Развратник, разрушитель семей.
И он с ним до конца был. А вы знаете, что он отказался причащать Галину-то? А почему? Ну, не знаю, но говорит, что мне дьякон-то Евгений-то сказал, что даже Саша Муха отказался Галину. Ну, этот разбойник. Что видит, что уже там все. Все полностью свихнулось. Вот как. Но я-то не об этом хотел сказать, о том, что предела этому никакого нет. Отступление, и дальше человек катится по наклонной. Уже сорвался. Ему засыпется нечего. Крюк какой? Смирение. Сатана все таланты имеет, кроме смирения. Он не спит, не ест, он мудрый, он профессор. Нет смирения. Вот у них нет смирения. Совершенно. Никакого. И он что попало буровит? Вот начинаю говорить, я говорю вот такое-то. А, это такая-то блудница. Да какая же она блудница? Откуда ты узнал? Где? Да вот я. И с кем же она блудила? Он говорит, да с кем? Да с вами. Я на него смотрю, то ли опупел окончательно или еще. Ну если бы я блудил, я на исповеди бываю, я бы отлученный был-то. А я все посты причащаюсь. Ты еще городишь-то? Вот, то есть все виноваты где-то. Брат отступил уже, не то-то. Виноваты вы, не так с ним разговаривали. Но твой родной брат, ты правильно беседуй, приведи его. А тот занялся перепродажей там телефонов или что-то такое вот. И ему все завидуют, что у того больше. Ты делай, что Бог тебе дозволил. Радуйся, благодарящий Бога. Я его поминаю в молитве. Делай ты это, поминай. А вам нужна его молитва? Нужна. Поминай меня, он будет смирение. Он не найдет нигде, чтобы я, опережая события какие-то, начал его... чем-то упрекать. Нет. Когда уже прошло, о чем ты говоришь, слух произносишь, я эти слова не произносил. Кто виновен в смерти его сына? Нигде, ни разу. Я его щажу. Тебе рот я затыкать не буду, говоришь ты. Никому. Смотрите внимательно и увидите. Если ты хочешь быть спасенным, поспеши. Это сделать и не завтра, а сегодня. Я сегодня напевал свое стихотворение одно. Сушите сухари, уходим до зари. Поход нелегкий и не близкий будет. Что съел в тебе, тот час перегорит. Без праздников маящат только будни. И для женщин я посвящаю. О том, как я благодарен всем женщинам. За то, что прошли мимо, не заметив меня, не цеплялись, ни одной путани, мозги не запутал. И дальше, вот. Теперь, говорю, вот такая-то вот это, женщина, а женщина в силе. Снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Мой ангел сумел же меня уберечь. По лезвию острому, кубарем там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. А почему она была со мной рядом? Я один с ней был, и один диван на двоих. В армии, во всей силе, когда я занимаюсь спортом, готовлюсь в институт международных отношений. И она специально приехала, учительница, специально. Но я имел страх, и Бог меня спас. И я отобразил стихотворение. Лишь бороду сдуло слегка, до ночи во сне сладко где-то кольнет. Вот так. Пусть они покажут свою биографию где-то. А они все книги, они поносят мои книги, поносят. Радиопередачи не нужны. И он говорит, я это знал. Знал. И Господь его возвращает на то место, когда мы встретились. Вот наша встреча была. Вот мы знались. Вот здесь его конспекты. И он говорит, это ничего не надо было, я знал до встречи. Все, ничего не было. И он возвращается на прежнее, а там ничего не было. А кто по-другому? Отец Геннадий Паст. Он везде пишет. Я обратился в доме Игнатия. Игнатий на лестнице красит, а я держу баночку, подаю ему, он мне говорит. Отец Геннадий на свое, что имел, наложил то, что имел, что открылось. Пошел, принял крещение. Это самый продуктивный. Магистр богословия Московской патриархии. Город Абакан. Если не ошибаюсь, Хакасия. И Константин и Елена церковь. Отец Геннадий Паст. Этот, который ничего не отверг и везде это рекламирует. В моем доме я узнал, какие вопросы задал. Он не мог ответить о десяти девах. Почему в двух непреложных вещах Богу невозможно солгать?
Он все знает, говорит, а тут задает вопрос за вопросом. Я проповедую на эти темы, вдруг я понял, ничего не знаю. У баптиста от ума, а в православии от Духа Святого. А этот поступил наоборот. Я знал, это убрано. Ты на прежнее место вернулся, а там ничего нет, а дальше ты никуда и не пойдешь. Теперь только пьянка, трагедия, ужас, злословие и все остальное. Я смотрю очень внимательно за всем. За всеми, которые в моем доме пришли к Богу. Сейчас сколько людей за зиму. А вы мой духовный отец. Новые люди приходят. Но я не знаю этого слова. Я родил благовествованием одно. Если ты от проповеди родился, тогда да. А так пустой звук, вводящий других в заблуждение, как Златоуст говорит о звании христианина. Вопросы? Отец Геннадий как-то сказал так. У нас отношения разные были в разные времена. Он говорит, Игнатий иногда делает так. Садитесь, давайте, обвиняйте. И через там полчаса, час от обвинителей ничего не остается. Они не знают, куда бежать. У вас данных никаких нету. Ни против меня, ни того, что я говорю. Никаких. А почему? Я живу бдительно. Отец Геннадий сказал, вас спасает ваша безупречность. Геннадий Фаст. Меня спасает моя безупречность. Я ни в чем не виновен, в чем меня обвиняют. Нету. А вот упиваюсь властью над кем? Над Никитой. Возьми его, поруководи им. А он спокойный. Да он беспечный, ему все равно. Трын трава. Он не то, что там терпение какое-то, а он мертвый. Мертвый, намертво мертвый. И поэтому ему все равно. А что он будет сражаться и пыхтеть, когда это его не касается? А когда касается, вот даже твой племянник, двоюродный брат приехал-то, он возражения какие-то имеет, что-то говорит, ему не все равно, а этому все равно. И вот за такой товар я берусь и начинаю работать. Помоги вам, Господи. Да. Ты мне не враг. Мы очень тебя ждали. Сейчас я пойду проверю, как погода, я вас запрягу сегодня. На этот пруд пойдете. Все инструменты переносим сюда. Старший Никита, не отвергать его начальство. Если увидишь, так они в ту сторону воду пускают. Ты запомни, главное, Никита, вода всегда идет вниз, а дым вверх. Это я выразил. Почему? Поэтому я должен сделать все возможное, чтобы вода по своей тяжестью падала туда. А дым, чтобы шел кверху, его надо нагреть. И очень быстро, чтобы не шел в комнату. Я говорю, как печник, как человек, который заботится по наведению мостов, по наведению дорог, плотин. Так, вопросы ко мне? Да нет пока. Нет, видишь, ты поехал маленько, зацепил этой шелудивой, так говорится, собаки шерсти. И все теперь. Смотри, чтобы не заразиться. Потому что бацилла греха осуждения, она живительная. Ты сейчас ничего не имеешь, а потом коснется, не зря тот-то говорил, не зря тот-то говорил. А это все дьявол, с той и с другой стороны. Я на него тебе ничего не говорю, кроме того, что есть. Вот сейчас он говорит. Он никуда не зовет. А что он тебе взамен общины может дать? Ничего он не даст. А там он, когда бывает, пропускает субботнее богослужение, московская патриархия-то? Конечно. Он уже отвык. А когда мы стали молиться даже не в храме, когда батюшки не было, тогда Витя составил так называемое апостольское служение, так называемое, вот это вот. Ну а что вы составили? Я это дал на проверку епископу Евтихию, он прочитал, а что тут нового? Тут все как служба идет. То есть считаю негласно одобрено епископом. Тогда этот диакон-то начал полное служение, чтобы было, как 2 часа там с половиной при батюшке. Зачем? Священника нет, мои слова не произносим. Это храм, это место особого присутствия Божия. А мы собирались в лагере, молились здесь. Собирались у меня на скворечнике на веранде, собирались там, где саманны, молились. И батюшка приехал, я не знаю, что его тут дернул, начал собирать показания, кто ходил, с какой целью, почему не в храме. Там напугался Николай Кирильчков, эти все ушли, отпали. Я ему ответил, а зачем мы будем стоять 2,5 часа? Проверь, вот оно, наше богослужение. И батюшка успокоился. Нас больше всего диакон толкал в храм. Место особого присутствия. Куда эти слова делись? Почему в субботу нету? А будет ли оно место особого присутствия? Не верю, абсолютно не верю. Будет ли оно ходить занятия? Нет. Потому что там толстым слоем все захрясло. Все засворобатило. Там все абсолютно коркой гнойной покрыто. Вот и все. Я все это вижу, все знаю. Батюшка ведет занятия, он на занятия не ходит. Ему сказали тогда, говори слово, читай.
Пошла к нему Серафима, за него больше всех начала заступаться. Я любила, как он считает, это по-церковно-славянски-то. Вот так. Но я тогда открываю канон, там у Кесарийский собор, и говорит, что если вот такое случится, то у него нет благодати, и он уже не священнослужитель. Даже если и невольно на машине задавил и прочее. И даже тогда. Она-то поняла все, и как жалко, он так. Я говорю, ну он может считать. Может. Но он не будет. Не будет. Он под этой эгидой не знает, как горе, это от сатаны, и поэтому выпить надо. То есть оправдание через трагедию, оправдание безумия. Все наоборот. А почему? За грех осуждения. Он осуждает меня с первого дня. Вот поехал, он не может удержаться. И он вполне мог допустить, что ты разговор передашь мне. А я среагирую на него как-то. И несмотря на это, он все равно вылез и должен был сказать это. Зачем? Ну, с какой целью этот разговор? А чтобы ты это понял, ну, Евтихия-то нету. Да когда Евтихий-то был, ты тоже уже не ходил. Причем тут Евтихий-то? Ну, а если нет, да епископы зарубежной церкви все целые, никуда они не делись. Их рук полагают, но мера помазания им дает, это помазание священство дает, патриархии, и все. Они совершенно самостоятельные. Самостоятельно избирают священников, самостоятельно исповедуются, патриарх не контролирует. Да, это свои агенты в Америке, как говорят они, может быть и так, может быть, не знаю. Но сразу 340 мест захватить, ну, конечно, они не все перешли, они торопились. 13 юрисдикций разных. И говорить, никого здесь нет, это абсолютная неправда. Абсолютная. И в России есть даже у Антония, у которого я жил там, Антоний, он-то был Никита Феоктистович, то есть, Орлов. То есть наш епископ сейчас Иларион, которого мы поминаем. Конечно. А промежуточный, где епископ, это когда много, тогда территория, мы с первой минуты ему подчиняемся. Первый-то. А когда стали приходов много, они поставили епископа. А когда епископ отнял Тихий, там напрямую ему подчинялись, мы вернулись в прежнее состояние. Они убрали сами его. А кого приходов-то мало? Два. Да. Зачем епископ-то? То есть он не понял, что Иларион как бы нас переводит под Сергия, а мы не подчиняемся. Это как... Такого не может быть, чтобы не подчинялись. Это не приказ, и он недействительный будет даже. Он не может приказывать. Если нам... он отказывается от нас как епископ, так мы ему не должны ему подчиняться, допустим. Вчера не отказывается, сегодня отказывается. Что изменилось? Мы тогда поминаем и сегодня. Тогда от них не было ничего, ни посылок нам, никаких, ни книг, ничего больше нету. И сегодня такое, от них мы ничего не имеем, кроме их молитвы. Ничего, ни грамма, ни копейки, ни помощи, ничего. Чем они нас могут пугать-то? Мы совершенно самостоятельно, у каждого хозяйства, с тарелкой у нас не ходят, свечи не торгуют. Но батюшка всегда к епископу нашему отвозил свою десятину, что есть. И этому епископу, я недавно так услышал, батюшка ему говорит, тот говорит, да как, что, да как, это этому епископу. Так он, получается, одну десятину тому, а вторую тому, что ли, получается? Я дословно не знаю, но уже речь шла об этом, как бы удивил его. Батюшка откладывает, который с десятины должен дать десятину, и все. До того удивились они как. Мы четко этого придерживаемся. Интересно. Понятно? Батюшка это не те, которые вот что-то с бабушек наторговать. У батюшки свое хозяйство. Он каждую неделю барашка по два режет. Не режет, а продает. У него свои деньги. А про матушку говорить не надо. У нее деньги всегда есть. Она сажает 3-4 огорода. Это трактор, который заглыхает только в храме, когда отдыхает, спать приходит. Попутно сказать. То есть, если какой-то вопрос возникает, который должен решить только епископ, мы должны обращаться к Илариону. Конечно. У нас не возникает и не будет вопросов. Но все решено. У нас нету даже предположительно никаких. Теперь священник батюшка умрет кого? А в Московской патриархии в семинаре трое у нас учатся. Что непонятно-то? По его благословению они знают, что это наши люди. Ну, может быть, один кончит. Ну вот дело прошлое, как бы уже все понятно. Вот, допустим, мой вопрос о браке. Там первый, второй, третий, батюшка сказал, это, ну и вы сказали, этот вопрос решать может только епископ. Епископ, к какому мне обращаться, допустим, епископу с этим? Который тебя венчал, разрешили после первой жены, на вторую давал разрешение, только он.
Зачем к зарубежной церкви относить, это другая юрисдикция. Мы тебе сказали, как? Они давали тебе разрешение на эти браки. Теперь у них бери разрешение на очередной брак. Сказали? Сказали. Согласно канонам, ты должен быть сразу отлучен на 2 года. На 2 года. А если у тебя это третий брак был, на 5 лет. И ты у нас будешь стоять соглашенными. А дальше Бог откроет, что с тобой делать. Но у нас венчать не будут. Твоя жена живая. И весь сказ. Тебе так ответили? Но показали выход вот такой. Не отбивая твоей избранницы, или как сказать, кто она там тебе была, знакомая. Просто. Ты видишь, у тебя подверженность быстрой бацилле заражения жениться. И они на тебя цепляются, вешаются. Ты сам вчера сказал. Остался без жены нищий жены, конечно, они еще не сами. Нет, ну кто, опять же, я вчера смотрел толкование, кто сказал, когда сказал, кому сказал. С какой целью. И с какой целью. Да. Впереди он говорит о девственниках. Если тебе жена, то есть ты уже пришла в возраст и или там, ну и так, там 30 лет, как старая дева, или там уже, ну, Бог не дал тебе жену, ну и успокойся, и не жена. Но если ты блудник, то блудник. Во избежание блуда, чтобы блуда не было, найди себе одну жену и не шарься по всем. То есть понять такой смысл, я так понимаю. И нет, вот когда там впереди венчанного брака нету, впереди. Вот только в каком случае. Вот. А впереди как у меня может быть венчанный брак, если я не был членом церкви? А зачем ты пришел в церковь-то тогда? Не церковь. Зачем? Вот тебе доказательство, что патриархийно совершенно не заботятся, кто приходит принимать крещение и прочее. Так совершенно. Я когда свое вот разводное письмо получал, там уже свое искал, там прям прошу меня развенчай там или причина. Потому что мне жена сказала, я тебя не люблю. Причина какая? Все, а он, епископ Максим, благословляю. Все, достаточно. Попробуйте. Достаточно, чтобы у тебя блуд был уже благословенный блуд. Да. Не простой блуд, а особый, с искрами. Поэтому я и стал задавать себе вопрос, какой, допустим, этот у меня будет брак. Первый, второй, если есть канон. Мне Игорь Добунов говорил, что все, что было до оглашения, не истязуется и не исследуется. И пятимя не наносит. Ну, не наносит. Все, кроме жены, повторяет. Кроме жены. А у тебя жена осталась, и брак тот утвержденный. Церковь утверждает его. Утверждает. Не разрушает. Почему кроме а жены? А вот так у нас в уставе написано. Вот он приходит, допустим, и заметь, который к оглашенным. Какая жена? Они называют иногда даже такое. Ты разводиться не думаешь с ним? Нет у ней даже еще ни венчания, ничего. Это закон и будет твой супруг. Другого выхода нету. Ну, да. То есть, дальше постепенно приближается, и он венчается, приходит с ней. Даже с неверующим, допустим, браки, они законные. Даже они не расписанные. Они живут, как сегодня говорят, в гражданском браке-то. И мы перед крещением не разводим их. Тем более, если венчаны в патриархии. Тогда, если бы правильно были крещенные, никого будет перекрещивать. Нет перекрещивания, они не крещенные. Нет ни воды, ни веры. Но то, что там было, все до единого. Мера помазания, которое... Да я был неверующий, но тебя крестили, здесь уже не мазали меру. Почему? А признано. Это твое оглашение. То есть... Те браки, которые были у меня до оглашения, они все равно считаются, и я буду, если сейчас, допустим, но это у меня будет третий брак. Да. У меня были здесь люди, которые принимали крещение, будучи священниками. Принимали крещение, проходили курс оглашения, а потом принимали крещение. А сам священник от них никто не снимал, он так и остался. Все остается в силе, кроме признать незаконным брак. Это нельзя. Он венчание говорит, бракосочетание на небесах происходит. Туда батюшке уже не войти. Но это взял на себя епископ. Мы сказали, они тебя венчали, и иди к ним. Сюда даже не обращайся. Тут ничего ты не вы. Но это тебе даст шанс на то, что когда-то ты можешь быть членом церкви. Потому что ты хочешь быть членом нашей общины. Отбудешь епитимью, меняются события, что-то как-то будет. Но ты держи всегда, чтобы была община, где поступали по Евангелию. Вот еще такой вопрос. Глушков мне говорит, что он пошел к батюшке и тоже хотел второй раз жениться. Да. И батюшка говорит, я тебя венчать не буду. Вот, венчайся там, 2 года отстоишь и будешь членом общины. Это мне сказал не Глушков. Не слышал, не было этого. Я когда пошел к батюшке, он говорит, никакого разговора такого не было. Значит, он мне солгал, Глушков? Солгал.
Солгал. Я тоже очень удивился. Никто. Живая жена. Женовая жена, которая вышла из-под повиновения, развод официальный. Но она не попадает в 19 главу Матфея. Она не прелюбодейка. Доказательств у него никаких нету. И поэтому венчалась она у нас, это законная ее, законная жена ему. Она может где угодно сейчас жить, но пока она не сойдется с чужим мужчиной. И все, а этого ей не приписывает он. Ну и все, на этом конец. Да ему ли говорить, он, я ему сказал, когда ты в первую же ночь на женщине умрешь. Такое да? Сердчишко слабое, такая утроба, килограмм 55. Нет, да это другой вопрос. Тут вопрос. Да не другой, это жизнь его. Ну жизнь, понятно. Вопрос... Семеро детей, главное, сын женатый, и он дочь на выдане, 5 невест у него еще дома, и он тут был жениться, да, срамота одна. И поэтому такие у него решения везде все безбожные, прямо совсем безбожные решения. Говорить даже нельзя, он умрет. Он думает, что другая баба лучше. По интернету познакомился, давай изъясняться от любви, она узнала, и она этим, знаешь, как козыряла, хотя он ее не видел в глаза. Я говорю, ты, Толя, сдурел полностью. Он совета не держит ничего. Он не близкий нам человек сегодня. Он поехал бы сейчас вот ехать, берет молоко, покупает, коров всех нарушил, сепарирует его в баночке и везет туда где-то, не знаю, это, тюменские там где-то 2000 в один конец. Холодильник купил сзади, прицепил. И поехал, батюшке рукой махнул и все. Даже не зашел, не благословился. Ну хорошо, допустим, вот. Если сейчас Глушков женится, он что, его надо будет блудник. Отлучать по канону? Он выпал из церкви, нет его. Уже все, одежда всего черная снимать, он не чтец никто. Ничего, он будет с оглашенными стоять. Да он не будет, он уйдет. А я тоже, главное... Он не будет здесь, ему не надо это, ему это стыдно. А там он насытится очень быстро. Хорошо. То есть, если я захочу жениться в третий раз, я 5 лет должен стоять. Да, такой закон. Такой закон. Третий раз. Третий раз, имея в виду, что те первые две умерли. Умерли. Умерли физически. Ты не имеешь права. Да почему? Вот, подождите, умерли. Слушай внимательно. Вот он первый, ну, вечер, брак прошел, он посадил на мотоцикл, ИШ называлось. Сиденье высоко было. И он разогнался, кто-то натянул провод. У него голову как бритвой срезало. Он даже не переспал с нею, но он был венчан, никто не исследовал ее девственность. Второй брак, а он буквально через 3 месяца ее подружку взял. Ну какой брак у него теперь? Второй. По закону надо отлучать, его не отлучили. И она потерялась, пошла по грибы, потерялась. Нашли, куча червей лежит только. И он теперь пишет, ужас какой, неужели я мог это любить? Там подойти нельзя было, одни кучи, черви одни. Там мне только, ну, определить, что по платью, по всему. Теперь женился снова, какой третий брак? А четвертого нету, вообще нету. Да четвертая просто рассвирепевшая. Нет, Игнат Тихонович, я читал в толковании, что если жена мужу изменила, да, то ему разрешается. Жене все. Не разрешается. Я не согласен с этим. Не согласен? Не согласен. Не согласен. На все, если ты имеешь право развестись, но не жениться, считайте внимательно, то имеет право развестись. Развестись. А так хоть какая колымага, ты тащи, корми, заботься и все. Она будет еще 20 лет после тебя скрипеть. Когда умер Чехов, 44 года, сколько она жила? Ну, умер Достоевский. Она еще 28 лет. Его труды издает, помогает. Книппер это помогало там. Ну, сколько их там было? Это Сниткина. Если умерла, умерла. Мне нравится, как говорится, я легенда, когда он с ней говорит, умерли, все умерли. Она говорит, живы 18 там, миллионов. А он не понимает, 18 миллионов это евреи. Евреи живы останутся. Семя Авраама выживет в любой обстановке. Почему? Обетование. Евреи не уничтожимы. Можно и уничтожить американцев, русских, арабов, мусульман, христиан не уничтожить. Почему? Все с вами во все дни до скончания века. Еврейская нация и христианская вера неистребимы. Вот два момента. А евреи, независимо от того, какие они, какой веры, они неистребимы. Их надо только благословлять, помогать, молиться. Вот только это, чтобы они обратились. Я тебе сказал один раз, не возвращайся к этому. При умерших женах. Ну а зачем вы тогда сказали, иди к Максиму и... Потому что ты и без Максима уже будешь жить с ней. Я тебе и сказал.
Я что сказал-то? А зачем Господь послал к священникам, которые распинать его будут? Иди покажись священнику. Я тебя куда послал? К архиерею. Они тебя второй раз венчали. Венчали. Я тебя к нему и послал. Они тебе привили эту бацилу. Ну а что к нему посылать, если они живые? Если... Ну я сказал, у нас не будет, неужели непонятно? И батюшка не будет вещать. Что непонятно-то? Ну ты говоришь, хочу. Тебе сказали, иди туда. Ты говоришь, я получил, ну пусть и венчает теперь. А у нас ты членом церкви не будешь. Не будешь. Ты будешь стоять за дверями. Ну через 5 лет-то буду или останусь блудником, или как это? Дальше я уже ничего не знаю. Я говорю, дело покажешь через 5 лет. Через 5 лет тебе, может, тебя и след простынет с этими болячками твоими. Нет, я же на щеках пузыри. Да понятно. Я говорю о каноническом. То есть 5 лет это третий брак, когда жены умерли. А умерли. Когда они живые, то уже не 5 лет, то уже просто отлучаются навсегда. Я по канонам просто разбираюсь. Все, к этой теме не возвращайся. А то ты начнешь сейчас примирение искать, кому отказал. И она разведенная, то есть ее брак, хоть он и был и неверующий, то он тоже считается. Да, конечно. То есть у нее будет второй брак. Ну, да. А второй брак, пока он не умрет, ей тоже нельзя. Нельзя. Нельзя, вы связаны. Отойди от нее, отойди, отпрыгни. И беги как можно быстрее. Отпрыгни, как от змеи, и беги дальше. То есть кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Тебе охота такое имя носить? Да нет, конечно. Ну зачем тебе это нужно? Ну, мусульман хорошее, интересное правило. Если он блудник, вот как некоторые знаю, несколько раз женятся, на девице не имеет права жениться. Бери такую же. Она, может, была 3B. И твое это. Так, понятно? Так, вопросы, братья, а то я сейчас буду заботиться о вашем трудоустройстве. 11:41. Кто звонил? Колесников. Новый телефон. Каждое утро непринятый. Колесников. Колесников. За Колесникова больше всего молитва. Куда ни гляну в телефоне. Колесников. Вот он заручился моей молитвой. И утром я уже на молитве стою, а он в это время звонит. И я сразу, Господи, даже сразу, другая молитва идет, а уже, Господи, дай ему ума разума. Дай ему спасение. Отгони от него это безумие. Как он проиграл свой ум на этих играх. Возврати ему образ человеческий, чтобы он правильно делал все. Ты в нужном месте, Никита. И в нужное время. А остальное уже Бог знает где. Вопросы? Ну все. Спасибо. Упрекни Христу меня хоть напоследок, что я тебя обманывал, не так говорил, да, от чего-то отвлекал хорошего. Хорошо. Ну-ка, подними его сюда, подай. Я гляжу, все утро спит. О, давай-ка вот сюда. Вот он какой. Вот он серый. Серый называется. Его белый гоняет, теперь я белого-то прогнал. Какие у него тапочки, трава. Вот он как лег. Шикарный кот. Везде ходит по степи, ни с кем не дерется. Вот удивительный характер. Длинный такой у него корпус. Это котя серый, Витя его берет. Я вчера спросил, как твоя Яна, кошек-то любит? Если не любит, хозяйка его выживет, а не кошка и жена не уживутся. А она любит. Витя сразу говорит, она и собачку держали. Ну тогда хорошо, я рад за тебя. Но, да какой он молодец. Ой, да еще поцарапать. Давай, помойся. На стол лазить нельзя, а на газетке можно. Ох, какой. Траву потащил. Он потом привыкнет, будет залазить. Ну не успеет одуматься, как мы его сбросим. Я показать его, какой он во всей красе. Вот сюда где-то сбоку зайди-ка, или спереди, Никита, покажи, какой он. Какой он справный, гладкий. Ноги-то на газету не умещаются. Ой, какой. Вот он, хвост какой у него, гляди. Вот он, траву поволок, пускай. Ему все разрешается делать. Дождь, не дождь, сидит где-то в кустах, мышей ловит. Гляжу, уже задавил одну, гляжу, вторая лежит рядом. Я не знаю, ему 2 года, что ли. Ясно, какой подкидыш. В церковь подкинули котенка.
Надежда Васильевна его объехала. Лишь он какой длинный-то. И глянь только, какая у него длина-то. Вообще. Почти 60 сантиметров. Ну. Ой-ой-ой. Ой, лежит. Давай, ложись. Ох, как он лапу-то сжимает. Ну все на этом. Видишь, какие он ставит? Посмотри. Покажи сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 18 булок. Володя, делай больше. У нас срочная работа. Так, ребята, одевайтесь, пойдем что-то делать. Дождя нету. Хотя бы инструмент перетащим. Вот так.